იڏwerten mogesalmevit mat' wins akhla shemoguvertit radiomedit's dilis arkhis format'chi kanmagrzot mushaobas da 9 saati ani sainformatsio gamushvebis dasvlebis tanave dilis blokis parklepshi chven radiomedis studiashi chven stumart'an ertat visaobreb't dislektieaze mis mizezebze simptomemze da problemis mogvarebis gzebze amtemazis dasaobrodt radiomedis studiashi chven masmizlobt galbaton lora zakons romelis gakhlavt sairtashoriso tsentris daronis khamzvoneli da aseve deavisis metodis litsenzirebuli spetsialisti Доброе утро. Мы для, для многих слово дислекция это какая-то новость. Вы объясняете, что это не заболевание, а неврологическая особенность. Вот очень интересное объяснение. Дислексия в полном переводе с древнегреческого обозначает плохая речь. Ну или как бы некое нарушение способности чтения. Но оказывается, дислексия не только это. Коротко, если можете объяснить, что такое дислекция. И насколько я знаю, для современной медицины это тоже как бы новое. Относительно новое, надо совершенно точно заметить. Ну, э, во-первых, такой вот парадокс, а, чтобы понять, что, насколько это новое. Если мы загуглим это а, в русскоязычном пространстве, а, то мы получим приблизительно 618 страниц со словом «дислексия». Если мы загуглим это на английском мы получим 62 миллиона. Как это мало? Это какое-то вот такое большое, да, несоответствие. То есть, а, с одной стороны, а, это не очень а, хорошо еще изученное явление. Ну, ему, будем говорить так, а, по-хорошему, около ста лет с момента, когда э, дислексии дали определение э, как некая а, неспособность а, вычисления или, будем говорить так, э, распознавания знаковых систем которая, безусловно, влияет не только э, на чтение, но и на письменную речь. Uh -huh. И э, нередко отражается и э, на восприятии математических знаков. И Понятно. тогда э, есть такое понятие, как дискалькуля. На Западе мы говорим об этом как о зонтичном явлении то есть и дискалькуля, и дислексия, и дисграфия то есть проблемы с письмом под одним зонтиком, который мы можем смело называть дислексией. Понятно. Это когда у ребенка есть какие-то учебные затруднения. Значит, когда родители маленьких детей, которые учатся уже в школе и жалуются, не знаю, там, учителя, что ребенок ну еле-еле или вообще не может гоняться за программой, и затрудняется ленивый ребенок, или давайте дома поработайте с ребенком. То есть, когда есть такие моменты, значит, по большой вероятности у нас мы имеем дело с дислексией. Как 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 эти симптомы можно найти? Ну будем говорить так. Или чувствовать. Во-первых, да, да, правильно. Можно и так и так. Будем говорить так. Ну, допустим, звонком для родителя, который не осведомлен о такой особенности, никогда не сталкивался, не знал, что у него у кого-то из родных, из близких была такая особенность, то есть были проблемы когда-то в юности, в детстве с чтением. А, и его считали ленивым и не более того, потому что он очень умный, потому что интеллект у этих людей сохранный, можно обратить внимание, что он реально ребенок, когда идет в школу при сохранном интеллекте. Нужно обратить внимание, что мы говорим не об органических изменениях, да, это не травма головы, это не какое-то сопутствующее еще заболевание на фоне какого-то серьезного заболевания, может быть, и дислексия, но а дислексия врожденная — это реально затруднение со владением навыка чтения Нет. письма. Вот когда ребенок сильно тормозит, вот первая четверть — это хороший показатель. К концу первой четверти в первом классе ребенок должен зачитать, зачитать корректно. Что такое корректно? Он не должен читать быстро. Нет олимпиады по скоростному чтению, это все придуманные вещи. А если он читает, и текст плавный, и он не запинается на каждом слоге, и потом может пересказать, значит у ребенка все в порядке. Надо подождать, скорость придет с навыком. Но если эта скорость увеличивается незначительно, уже закончен первый класс. Ребенка уже во втором, в третьем, в четвертом, а по-прежнему очень корявое. А письмо, как многие мамы, как будто э, унаследовали от своих бабушек эту фразу, пишет, как курица лапой. Прям коронная фраза, она прям в книжках есть. Что значит, пишет, как курица лапой? Почему э, 70% детей в классе не пишут, как курица, лапой? Их хочет одна и та же учительница. Почему этот ребенок так застрял? Почему у него такой некоря... неконкретный э, почерк до сих пор? Почему он не может э, писать ровные буквы? Почему он слазит со строки, почему он не видит полей? Почему у него так много глупых ошибок? Это должно э, то, что это должно обеспокоить родителя. То, что должно зажечь красную лампочку. Понятно. После чего уже. После, после чего можно уже искать специалиста. Специалист пока мы поговорим о вашей организации чтобы еще больше узнать про всего этого об чем, об, о том о чем мы говорим интересно следующее какие возможности на сегодняшний день имеются чтобы вот эта особенность превратить в перевести да. в нормальный формат. Даже в дар. Да, в дар. Да, это оказывается какой-то дар. дар да, Самое конечно, главное я, э, ну, найти правильное ру русло. Да. Угу. Но. Э, какие возможности мы в зере технологических возможностей, и в плане технологических достижений есть э, помощь медицины в этой направлении, или только работа в основном Методологическое. Да, все-таки больше методологическое. Интеллект. Да, да. Главное и... оружие для вас. Главное оружие ментальные инструменты все-таки. Потому да. что мы говорим о ребенке, которому э, все понятно. То есть, мы говорили, я уже сто раз возвращалась к этому понятию, как сохранный интеллект. И поэтому мы говорим о том, что нужно объяснить ему фактически, почему он видит по-другому. То есть, нужно э, найти способ объяснить, визуализировать то, что у него не, визу... не, не корректно визуализируется. А, это реально, во-первых. Ну и, конечно, если технология что-то нам и дала, это всевозможные корректоры да в э, программы, э, которые корректируют письмо, они немножечко спасают, но не сильно. Те, кто пользуется, знают об этом. Все равно там ошибки. Э, корректор не может поставить правильно все знаки препинания и где надо заглавную букву и так далее. Не знает этого корректор. Я уже не говорю пока. Что, о, о грамматике. Пока, наверное. пока, наверное. Но, но тем не менее а, есть еще один очень важный пункт. А, если аудиокниги, допустим, по программе школьной, во многих языках появились даже в бывших союзных республиках, то есть даже, я не знаю, возможно, на грузинском тоже есть аудиокниги, учебники. Например, учебников в высших заведений нету. И нету не по причине того, что не хотят их сделать, а по причине, например, такая наука, как медицина, она такая динамичная. Но ну, когда ты создашь эту книгу, она уже через два года устарела. Кстати, вот вы сказали про книг, и те, которые смотрят нашу передачу, сейчас да. могут заметить две книги, англоязычные, русскоязычные. Они насколько успевают э, быть современниками для этой эпохи? Ну, вот... И это, это как учебник для ваших коллег? Или, или чтобы люди сожалению, поняли? Это побольше? не учебник, чтобы поняли. Осведомленность. А, ну, на самом деле, будем говорить так. Во-первых, это одна из тех книг, которая вот в плане метода как метода а, переведена э, более чем на 20 языков мира. А, книжка, которая на, э, обложку, которую люди видят на русском языке, издание вышло вот в этом году. Это угу. обновленное издание, уже пятое. А, то есть, да, вот представьте Понятно. себе, и новое издание на 100 страниц больше, чем предыдущее. На 100. А, нет, вот в этом плане, так сказать, надо отдать должное методу Дэвиса. Все-таки э, действительно институт Дэвиса работает, следит э, и старается быть в русле. Вот вы, я вас представил как специалист, специалист. лицензированный специалист да. метода Дэвиса. Да. Что это такое? Что за метод? А, ну, будем говорить, что 40, 41 год назад, уже скоро 41 год назад, человек с тяжелой формой дислексии, который сделал прорыв самостоятельно совершенно, дошел до того, что, что ему конкретно мешает к 38 годам читать, звали его Рональд Дэвис, объяснил это специалисту, у которого он наблюдался много лет, специалист, который услышал, как он объясняет, как он сам себя обучил, собственно говоря, в, сделал прорыв из такой тяжелой формы, описал вместе с ним и то, что он и наблюдал за собой, угу. и со временем э, отработал, сделал это э, в качестве структурированного метода. Я э, уже около 20 лет нахожусь э, рядом с этим методом. Э, моему центру уже в апреле будет, э, центру Дарон будет скоро 20 лет. И я еще до сих пор не столкнулась. Я ищу, я с удовольствием знакомлюсь с, с, с какими-то новыми способами решения проблем. Я а, езжу на международные а, конгрессы, конференции, чтобы поговорить с коллегами и узнать, что нового есть. Мне это очень интересно. А, ничего более а, такого, будем говорить, а, структурированного и чтобы помогало с такой скоростью, как метод Дэвис, я пока так и не нашла. Пять дней, 30 часов. Длится каждый курс, который дает метод Дэвиса. Приходит ребенок а, в любом возрасте, школьном, предшкольном, с пяти с половиной, раньше мы не берем. У метода Дэвиса нет возрастных ограничений. А, покуда человеку мешает, даже если ему 60-70 лет, и он плохо читает, он хочет улучшить качество чтения или письма, мы можем его принять. Больше другого такого метода нет. То есть зачастую те же самые логопеды, которые работают конвенционально, когда приводят к ним ребенка 12, 14, 16 лет, говорят, вы опоздали. А тут опоздание Нету есть? опоздания нет? Нет опоздания. Даже может уже взрослый человек? Абсолютно взрослый. Самому старшему моему клиенту было 63 года. Понятно. Вот сейчас мы как бы методично подошли к... Вашему центру, международному центру ДОРОН. Да. Что это за центр? Как, по какому формату или по какой схеме работаете? Вы из Израиля, там у вас как бы head-офисы да. в разных странах М -м, есть. Абсолютно сеть, так. Сеть или как? Да, именно так. То есть, головной офис в Израиле а в центре Дарон пять методистов. А, кроме того, он мультидисциплинарный. То есть я плохо себе представляю, что я могла бы работать с, а, не в сотрудничестве с психологами, а психотерапевтами, с неврологами и психиатрами. То есть не, это... не одни вы. Я не одна. То есть вместе со мной работает большой, серьезный коллектив, который понимает, Понятно. что если есть какие-то нюансы, всегда можно, коллега скажет, что эти нюансы связаны с тем-то, с тем-то, и поэтому мы улучшим качество ребенка существенно, то есть это будет комплексный подход всегда. А сам же метод Дэвиса выполняют только лицензированные методисты. Мы, так сказать, институт Дэвиса, когда-то, много лет назад, образовав свою так сказать, организацию, mm -hmm. сказал, что мы должны быть перелицензированы каждый Божий год. Я думаю, что нет ни одного института больше в мире, который бы требовал от своих бывших студентов перелицензироваться каждый год, а мы это делаем каждый год. И, конечно же, что положительного в моем центре, то, что это коллектив. Uh, пусть небольшой, когда мы можем, uh, а поскольку нету одинаковых дислексиков, это как мы с вами, мы никогда не будем с вами похожи в различных вещах, мы будем по-разному, мы даже читать с вами будем по-разному, несмотря на то, что мы хорошо оба читаем. Вы будете читать по диагонали, а я буду читать параллельно. Вот такой способ есть, и это так люди читают: один быстрее читает, yeah. другой медленнее. Мы yeah. даже читаем по-разному, даже будучи взрослыми и не имея yeah. проблем. И запоминаем мы по-разному. Да. Кто-то создает ассоциации, а кто-то им ему не нужны эти ассоциации. Он кто то читает, просто сканирует. Просто сканирует. Совершенно верно. Как и мы есть. так говорим, ой, у него а, какая-то феноменальная память. Нет, это просто наш так мозг устроен. Он так... У кого как? У кого как? Совершенно верно. И когда мы видим проблемы, это когда есть вот какая-то неврологическая особенность, когда не так быстро сканирует, не так быстро идентифицирует а, буквы путают буквы, буквы плывут, и кажется одна буква, кажется другой совсем похожая, но она другая. Сейчас Вы рассказываете, и самое главное мы делали акцент на детей, допустим, где да. это очень легко уже сегодня почувствовать с помощью тех симптомов, о которых вы говорили, но сам, наверное, самое интересное еще то, что у этого у этой особенности нету о, дедлайна, да. когда можно это все оставить в покое и все. Да. Ну, ладно, все, не ничего научился, уже не ничего сможем не не То есть для людей, которые уже взрослые, которые уже занимаются своим делом, но какой-то дискомфорт в плане особенностей они чувствовали. То есть у них есть возможность вместе с вами все это решить. 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 Да. Итак... И пожалуйста, назовите фамилия и имя тех людей, которые имели такую особенность. Ну, людей с этими особенностями, на самом деле, сегодня, слава богу, если в гугле загуглить, быстренько выйдет очень много интересных имен. Все, почти все знают, что у Тома Круза есть такая особенность, у Арнольда Блум, у Кира Нейтли, у Уолта Диснея, у Форда, который знаменитую машину создал. То есть это все вдруг уже знают, и все говорят, единственное, что меня всегда волнует как специалиста, люди не знают, и как они стали тем, кем они стали, угу. несмотря на то, что у них были большие трудности, как а, они перевели это в обучении, эту как особенность, как они эту особенность нормальность на... и стали особенными стали людьми. особенными людьми. Это, к сожалению, мы гораздо больше теряем на этом пути, чем находим. Это единицы, и поэтому их имена такие громкие. Мы очень много талантов потеряли, потому что они не смогли себя доказать. У них не было соответствующих условий, а, не попался рядом какой-то человек, который разглядел. Вот эту особенность и сказал. А, окей, я буду вместо него читать текст. Он выучит, он очень хорошо. У него хорошая аудиальная память. Я ему эти роли прочитаю. Так случилось с Томом Круз. Его любовницей была Шер, и она ему читала роли. Ну повезло ему. Повезло? Но мы же не можем гарантировать всем мамам, что их мальчиков будет любовница Шер. И это грустно. Он может не стать Томом Крузом. Это грустно, но вы оказывается у нас. Грузии, как вы тут оказались и какие у вас планы? Ну, с одной стороны, я просто очень люблю эту страну. Я здесь не первый раз не буду кокетничать. Действительно люблю, действительно, мне кажется, что очень и исторически как-то много общего. Страна между нашими народом, да, между да. нашими народами однозначно. Меня никто не убедит обратно. Да, кроме того, ну, вот темперамент этого народа мне очень привлекательный, климат близко. Я здесь работаю. Появились когда-то, уже 7-8 лет назад первые, так сказать, мои... Подопечные. Это был очень удачный, так сказать, опыт. И потом я считаю, что у вашей страны, ну, такая вот специфическая, так сказать, сейчас исторически специфическая путь развития, когда у вас... Вам очень важно, например, чтобы в вашей стране вторым языком, как и в моей стране, был английский язык. Но, к сожалению, алфавит грузинский и алфавит английский они сильно различаются. То есть ребенок с такой особенностью, о которой я сейчас пытаюсь поведать, так сказать, с дислексией, получается, что он изучает и проходит путь гораздо сложнее, чем когда буквы алфавита хоть чем-то похожи он хоть какие-то ассоциации себе создает, а тут он не может создать. Я считаю, что это тоже интересный аспект. Ну и потом то, что у вас государственный язык второй, так сказать язык английский, и вы это неформально. Это ну неформально, но тем не менее важно. Ну Я вообще вижу, как бы молодежи... это же тенденция, да, международная. Это тенденция международная. Сегодня мир глобальный. И потом вы находитесь на перекрестке. Я считаю, да. что вы такая одна из стран, которая находится в очень выгодном географическом положении. Мне это очень приятно. Да. И я работаю здесь с удовольствием во всех отношениях. И в плане развития да. бизнеса... И да, да и в плане это, развития бизнеса это, это вполне... Расположение имеет, наверное, хорош, хорошее значение. Хорошее значение, да. возможность да? Да? у вас Однозначно. появляется. Да. Мы можем сказать тем, которые нас смотрят или слушают, как они могут вас найти в соцсетях. Или, а, я думаю, там, что, во-первых, Дарон. Довольно... Да, во Дарон, центр Дарон, если напиш... особенно свяжут с, со словом дислексия и Дарон, то точно выйдут это. это. Ну, потом, если просто загуглят мое имя Лора Закон, то тоже, конечно, выйдут на меня. И я открыта, и поскольку, так сказать, я готова к общению сегодня онлайн, мы все знаем, печальная история пандемии научила нас быть больше онлайн и То есть, и, это и, и, и это тоже возможно у вас. да и это направление есть и онлайн тоже понятно. поэтому это тоже э, не обязательно я должна прилетать всегда сюда понятно спасибо вам и вам спасибо огромное. за очень интересный разговор добро пожаловать в Грузию спасибо и большое. вы рассказывали нам очень интересную историю про тех людей которые смогли э, неврологическую особенность перевести в Дарк то русло, с помощью которого они стали уже особенными людьми. Да? И самое главное то, что с помощью та таких специалистов, как вы, есть возможность, вот люди с особенностями, они могут выйти на другой уровень. Они могут чувствовать себя так точно так же, как мы с вами, и никогда никто не догадается, что это особенность у них есть. И это самое главное, тем более в сегодняшний день, когда много возможностей, и это... реальность, которую можно использовать, и надо использовать, да. Безусловно. Спасибо вам огромное. И вам огромное спасибо. Мы дальше надеемся смену лучше вас всем, что в студияшу мы смогли злопт. Сあたшორისო центр Даронис Хэмцваネルс да Дэвисис методис лицензирубул специалист Калбатон Лора Законс, висауברת дислекциейзе, вецадет каркоеулиқавит симптоმებ ზე, სიმპტომებში, რომელიც გამოირჩევა ეს მდგომარეობა, мизезебზე და პროблеმის მოგვარების შესაძლებლობებ ზე და ამ შესაძლებლოვების ერთ-ერთი საშუალება, სწორედ ეს ცენტრია, რომელსაც ხალბატონი ლورا წარმოადგენს და თავად თავისი შესაძლებლობებით. მადლობა ჩვენი დიალოგის editeba რადიომედის Facebook ჯგუფზე, ძროებით.